Давайте поиграем в игру. Формат, как подходить к новостям, как их можно по-новому подавать, как завлекать аудиторию, как лучше набирать аудиторию на сайт, на свою редакцию. Понравился, была на многих подобных тренингах, и очень мало в каких можно вынести что-то действительно полезное, и вот этот не такой. И ну, я нашла вот то, о чем я раньше думала, но не знала, как сделать. Большое спасибо Оксане за то, что она делилась опытом, какими-то примерами, как это действительно можно сделать оперативно, как можно перенастроить работу редакции, чтобы все было круто, быстро, интересно и всем все нравилось. Я всегда с большим удовольствием слушаю Оксану Силантьеву, и каждый раз, когда я к ней прихожу, ухожу с багажом идей, возможностей, которые потом применяю на работе.